Сейчас очень гонят на Шойгу все блогеры и военкоры. Начали качать Минобороны. Надо с этим что-то делать. Это начало переворота. Да, да, это подстава. Это большая подстава. Это как раз консолидируются антироссийские силы, которые ищут любой повод. Не знаю, фейк, правда или нет, насчет там этих снарядов Вагнеру. Это не так важно. Важно то, что это должно проходить молча, тихо, в кабинетах, но ни в коем случае не носить на публику. Если это выносится на публику, это работает в интересах врага. Поэтому все, кто это делает, они враги. Они предатели своей родины. Или тупорылые просто люди, тупые. Потому что нельзя этого делать. Но это же простые банальные вещи. Как можно такие вещи раскрывать на публику? Если ты, здраво рассуждаете, то это в любом случае идет на пользу нашего врага против США и киевского режима.